вот вроде бы игроки уже доиграли сейчас. Так, ну стоппер здесь? Да, я здесь. Так, все здесь, ждем, пока все приготовятся. Так, думаю, стоит уже поставить запись, чтобы как в тот раз не про слоупочек, лучше больше записать, чем меньше. Так. Так, все, запись я включил, жмем готов. Наконец-то, неужели мы сыграем карту Мидтаун? Вот, поехал Мидтаун, тут Дэн пишет кукареку. Так, смену, все, пошла смена. Пошел отчет. Что-то они все нажимают готовы, мы опять останавливаем отчет и ждем. Ждем, пока все будут готовы. Дизайн. Дизайн. Дизайн, давай быстрей и без него начинаем. Начинаем без дизайна и карта Мидтаун. Скорее всего, на сегодня это уже последняя игра будет. Да, да, да. Я вот смотрю по времени, у нас осталось буквально минут 15, то есть вряд ли мы уже успеем кого-то еще постримить. Долгая подготовка к началу игры, как всегда. Тут состав команд игроков это Pro Game Map, Gold School, Demon 36 и Nubio. А пятый игрок, я вот не знаю, куда-то делся. Дизайн не зашел у нас, он... Ну, у гвардейцев мы уже представляли, но думаю, еще раз скажу, это кровавая лапочка Джесс и Дэна. Так, ну тут уже подальше... Про Джесс пошла уже в раш сразу. Нубио, тут лапочку уже накотал Нубио, но тут Нубио тоже, походу. Нет, Нубио был полностью живой, но его тут кровавый достал с М200, и что у них тут по тактике? Ничего у них тут не по тактике. У них все тут халдят красная команда, но игроки очень-очень спокойно почему-то играют. Правда, у Gold School там 18 хелсов, он на ПДЛ уйдет, сейчас Дэна, если его чекнет, то... Там буквально с патрона его заберут. Ну, 3 в 2, в принципе, если бы они сейчас все вместе собрались, пришли на какую-то точку, думаю, у них еще есть какие-то шансы втащить. А, ну да, я забыл, что кровавого не показывают. Ну вот, Дэна забирает все же Gold School, он по ДЛ, сейчас... Ой-ой-ой, кровавого встречает прогеймера, начинает... Ой, ну на кровавого вдвоем вылазят. Прогеймер забирает кровавого, остаются 2-2. Да. Точно, его ник читать правильно, скорее всего, прогеймер, а то... Я уже про геймеп какой-нибудь. Кровавый забирает, делает минус 2 с ЦК. И первый раунд уходит за гвардию. Да, ну я еще хочу сказать, что вот это именно эта команда гвардии, она достаточно сильная, там, по-моему, одна из самых сильных. Да, пока и тут одни девушки, кроме кровавого. Да, и на самом деле реально очень сильная команда. Отличную игру показывает. Тут на кровавую сейчас будет вылазить, просто походу вся красная команда. Хотя, да, вся красная команда, походу, собиралась влазить на кровавую, забирают кровавую. Так, тут кровавый сейчас будет помогать сдержать бету. Сдержать бету сейчас уже ждет, пока будет кто-нибудь заходить в бухло, выходить на бету. Вот, вышел Нубио, забирает Нубио, там... Ну, кстати, кровавый-то взял девайс М200, пошел просто раздавать, стопать фраги, 5 к 0 идет кровавый. Дизайн с прогеймером остались, заходит на альфу. Ну, сейчас кровавый их будет выцеливать, опять же таки, с М200. Что-то они долго думают, ну поставьте плент уже и задефьте. Нет, оба что-то сейчас, не знаю, что они будут собирались делать. Ой-ой-ой, кровавый не вовремя релоудится. Ему повезло, конечно, что здесь... Ой-ой-ой, вот, тут уже дизайн! Ой, дизайн посмотри, Дэна! Сколько кровавый уже наштопал, я не знаю. Ух ты, смотри, какой хэд поставил дизайн Дэну. И Джесс залезает, даже что-то не заметил, где Джесс была. Она шла по ДЛу и просто с ножом резала в воздухе и вот так вот. Вот так вот зарезала. Ой, что-то я это... Чуть-чуть не так сделал. Все нормально теперь. Так, ну что, по тактике кровавый уже никуда не лезет в бухло так. Так сильно. Вот тут уже с Джессом перестрелки идут на бухле, заходят на бухло тут. У лапочки уже 9 хп остается и... А, ну и Нубио тут тоже не намного лучше, 6 хп. Даже хуже. Дэн пытается отбить бухло, отпугнуть, сейчас будет... Опять же уходит подальше, прогеймер пытался достать его, но не успел, чуть-чуть не успел и... Не, все же забирает Дэна и... Занимает, но сейчас кровавый будет опять же ждать бухло. Но все равно что-то пишет, что лагает у некоторых. Ну, ребят, если вас уже и лагает даже, то... Как бы, тогда смотрите повторно на нашем канале YouTube, там все записи будут.
сможете их посмотреть. Ну, я же говорю по поводу кнопки с разрешением на овнаде. Попробуем, конечно, ее сделать, если все получится, то будет отлично. Ну, тут лапочка перестреливается с просто геймером на вине, я не знаю, сейчас остается уже она одна, с 9 хп. Забрали кровавого, остается одна лапочка. Так, сейчас я... Не знаю, 9 хп у нее, ей вообще будет очень-очень стрёмно. Ну, смотри, прочекала она демона. Прогоняет геймера, прогоняет. А, демона, да-да-да. Что-то это... Геймер все же забирает лапочку. Просто ЦКС, окна. Это первый раунд геймерами, вот взяли первый раунд геймеры. Точнее, первый раунд был за гвардией, но первый раунд в сторону геймеров вот они взяли. Так, ну пошел прокид на курятник. Один прокид неудачный получился. И тут уже лапочка вылазит, ей оставляют 2 хп. Что-то неудачно вылезла, уходит на альфу. И Нубия сейчас будет пытаться кого-то минусануть с ТК против кровавого. Это кровавый забирает Нубия. Ну да, тут, в принципе, против кровавого будет очень тяжело, в принципе. Ну, гвардия пока в пятером остаются, никого пока не потеряли. Но лапочка у них сильно красная, поэтому... Прогеймер забирает вот лапочку. Там, в принципе, один патрон надо было поставить. Дизайн, опять же, перестрелится с кровавым, очень опасно. Забирает Дэна, который тут вообще ни при чем был. Он просто решил пробежаться и тут просто зарандомил, забирает второго, Джесса забрал. Ну вот остался кровавый. Один кровавый. Против троих, сейчас с М200 ему будет очень сложно. Ну вот смотри, ой-ой-ой. Ну хорош, все же не растерялся, взял кольт, убил дизайна. Уже на альфу упал плент. Посмотрим, что кровавый сможет сделать с М200. Но тут успел уйти демон, не чекнул его кровавый. Тут уже у Дезейн прям инфу дает в командный чат. Он в кафе был, он коцанный. Только я не понимаю, кому он дает инфу, поскольку эти все равно игроки не могут ее видеть. Ой-ой-ой, сейчас ой, как он не зачекал? Просто, боже, я не знаю, как он так не увидел. Ну ладно, всякое бывает, но... Не зачекал, было видно. Непонятно. Так. Счет 2-2. 2-2 счет. Могут сопротивляться все же игроки. Ой-ой-ой, хотя и играют за слабую сторону. Какой-то деф у гвардии непонятно, только что четверо пошли на альфу и поразбивали стекла. Все пошли ЦК. Да, ну, перешли на ЦК, сейчас побегают. Лапочка он принимает, там зато просто геймер остается с 25 хелсами. Нету такого агрессивной игры от игроков. Они спокойно играют, пытаются от минуса, наверное, сыграть. Что-то кровавый уже потихоньку начинает подходить к ним на респу сейчас. Ой-ой-ой, ты смотри, делают минус 3 уже. Вот они с респы дали или... Нет, они дали это все в бухле. Занимает бухлом. Тут кровавый, как всегда, ждет ЦК и забирает голдскула. Остаются 2-2, кровавый с кровавым. Ой-ой-ой, забирает дизайна, остается один демон. Ну я тебе скажу, кровавый с кровавой, это жесткая связка, вот. Там 5 могут вдвоем втащить. Было уже такое у них. Тимплей натренированы очень сильно, потому что они очень много вместе играют. Ой-ой-ой, опять же, кровавый с кольтом! Ой-ой-ой. Опять же, ставит хэт, у него одно хп осталось. Один патрон по кровавому, и он труп. Но он как-то не попал по нему и... Ну что так, кровавый вообще разыгрался. 12 к 2 идет просто, не знаю, трощит всех. Кровавый забрал. Так. Опять же, чекает. Ой-ой-ой, Джесс забирает голдскула, прогеймер забирает Дэна. Тут Дэн пытается кого-то прострелить с респы, кровавая, с лапочкой пытаются сейчас поджать респу, забирает Нубио, тут выходит дизайн. Тоже забирает дизайн, и остается один демон. Ну, тут сейчас его будут поджимать. Ну да, никого даже не успел убить. Да, уходит уже в отрыв. А, геймеры? 2-4. 4, да, 2-4. 4-2, да-да-да. В пользу гвардии. 4-2, 2-4, да. 10-5. 15-го, короче. Да, 10-5, 15-го без 20, 10, 5-го. Вот так вот. Так, смотри, по кровавым не заваншотил уже дизайн, он взял девайс АВП, ну кровавый, все равно с хедшотом. Там что, вся тима игроков, что ли, АВП взяли? Так, вот Нубио, Рейнджмастер. У голдскула Ауг есть. Нубио. Да, у них Ауги все же, но два человека решили взять
снайперские винтовки, да, чтобы покарать кровавого на ЦК, но пока у них это не особо получается. Ну, кровавый насколько... опять на своей нычке всегда сидит, но почему его вот не могут убить? У Нубио есть шанс забрать кровавого, в принципе. Он не меняет свою позицию почти, его все равно не забирают, вот он выходит сейчас на узкую. Смотри, и... кровавая, ох, поджим пошла. Как заваншоил по голдскулу. Тут остается один Дэна и... Дэна, она фкашет. Одна стоит. Да, она фкашет. Ну, нормально. А это ей скилл. Норм. Это скилл. Ей норм, да. И выбывает. В прошлой игре она тоже у нас выбыла. Сейчас опять какой-то левый чувак зайдет и будет тащить всех. Да, хорошо, что хорошо, хост был. С гвардии выбыла. Да. А нет, смотри, принимает участие. Перезашла, что ли? Непонятно, что произошло. Ну, кровавый забирает Нубио уже. Уже успевает делать первый фраг. Демон простреливает, как всегда, Цкай. Пока стоит на респе. Не знаю, что они будут делать сейчас. Демон забирает лапочку. Тут пытаются что-то прокидывают. Бухло. И сейчас, наверное, будет заходить бухло. Никого не видят, но Джесс ждет, пока кто-нибудь выйдет на бухло. Нет, все же да, альфу сходу будут брать. Демон уже подходит под альфу. Кровавый, где кровавый? У кровавого там 2 хп вообще. Да, опасно стоит. Буквально одной пулькой с этого П-90 можно его забрать. Да вот буквально, блин, с чего угодно можно его забрать, в принципе, сейчас. Да, даже с П-90. Смотри, с глока сейчас заберет, сзади, наверное, Дезейн, да, забирает Дезейн. Ну, это Джесс. Неужели они опять сравняют щита, и будет счет 4-4? Ну, похоже, что так и будет. Разве что если Джесс затащит сейчас очень сильно. Ну, сейчас посмотрим, что она сможет сделать. Прогеймер начинает уже плантить. Должна услышать, да, услышала. Начинает простреливать, не получается. Ну, не попадает. Ой-ой-ой, походу услышала, что за спиной есть дизайн. Забирает дизайн, остается 1-2, но тут уже мало хп, ну, и забирает прогеймер. Да, прогеймер просто. Зашел, как-то забрал Джесс, я не знаю, с 2 патронов буквально. Да, забирает Джесс и счет 4-4. 4-4. Итак, пошел прокид на курятник, сейчас на кровавого. Выбегает кровавый в ЦК и Джесс. Забирает Джесс Нубио. Кровавый пытается забирать дизайн, делает ему хэд. Поставил хэд ему, демон простреливает ЦК. Все в своем стиле. Ну, кровавый тоже тут. Ничего не меняется, все играют как играли. Дизайн выбывает из боя. Да, теперь уже у команды игроков бывает один человек из боя. Конечно, это огромный минус для них. Так, ну тут Дэна уже поджимает спину. Поджимает спину, ой, заходит в спину. Ставит хэд голдскулу. Смотри, Дэна минус 2. Разобрали спину тут. Прогеймер остается 1-2 против лапочки и Дэны. Посмотрим, он с Дэной. Смотри, с Дэной сейчас, наверное, встретится. Ну, либо в крысу ее подождет. Да, вот, ждет. Ой, спину! Еще и не убивает. Ну, хорошо, хотя бы по прогеймеру не попали, но тоже должна была идти инфа, что он у них. Сейчас с лапочкой, да, забирают они все же прогеймера. Счет 5-4. Вот в раунд тут команды. Ой, да. Так, счет 4-5 в пользу гвардии. Начало миссии. Тут пока Нубио перестреливает за слабочкой. Кровавый не перестает ставить хедшоты на ЦК. Ну, кровавый разыгранный сегодня, вообще тащит как может. На морали он играет. Играет на морали. Так, посмотри, что тут сверху. Тут 3 геймера, осталось 3 игрока. Тут пока перестрелка идет на бухле. Пошла Грена... На голдскула попал по нему немножко, и демон забирает кровавую. Кровавую тут пытается кого-нибудь забрать все же. Высовывается, рискует. Ой-ой-ой, забирает демона, вообще тоже пробегал просто так, а не знаю, как так получается. Остается голдскул с прогеймером вдвоем. У кровавого, правда, 14 хп. Его тоже можно будет забрать очень быстро. Но вот голдскул заходит на вино. Сейчас Дэна должна была уже прочекать. Вот, да, прочекала Дэна голдскула. Вот демон пишет в чат, просто тупо кровавый тащит.
Вот так вот. Но сейчас голдскул, я думаю, с двух сторон убьют, там вроде обходит. Ой-ой-ой, как не попадает кровавый по прогеймеру сейчас. Взрывает бочку. Но Дэна все же перестреливается. Дэна на вине. Сейчас лапочка голдскула. Нет, Дэна успевает забрать голдскула. Думал, сейчас спину заберет. Остается один прогеймер. Тут уже зачекал его кровавый, пытался с кольта убить его. Как-то прогеймер убил кровавого и так еще постоял аж, наверное, в шоке. Ой-ой-ой, минус Дэна сейчас будет. И лапочки 2 хп. 2 хп. Неужели это будет 5-5? 2 хп и... Да, и забирает. Ой-ой-ой, прогеймер затащил раунд. Да, прогеймер тоже тут тащит. 14 к 6 идет сейчас у него счет. Да, тут два соклана играют. Вот прогеймер и демон сейчас на первых да, местах за красную команду. Со связью играют, я думаю. Ну, лапочка забирает Нубио. Кровавый там. Ой-ой-ой, каким прострелом Дэна просто через ширму. С одного патрона дизайн пишет. Как? Боже, вообще там так такая банка полетела через ширму именно. Ну там на семерке трое игроков. Забирает голдскул джесс, между прочим. Ой-ой-ой, что-то долго выцелил кровавый, и демон успел его забирать, потому что кровавый что-то вообще сейчас заслоупочил так немножко. Демон. Да что-то перехвалили мы кровавого, похоже, он что-то перестал так тащить, как раньше. Ой, замечает ногу кровавого, сейчас будет ее забирать, да, забирает прогеймер. Кровавую, это какой-то камбэк, что ли, я не знаю, сейчас вот. Кроваво, да, кровавого уже нет, остается Дэна с лапочкой. У лапочки опять же 2 хп остается уже второй раунд подряд. Ну, голдскул не знаю, что на нычке сидит, ой, забирает голдскула, остается одна лапочка. Очень опасно сейчас лапочки вообще разыгрывать хоть что-то вообще. 2 хп. 2 на 79. Зачекали друг друга, да, забирает прогеймер. Опять же, забирает прогеймер лапочку. Да, ну уже игроки уходят вперед, 6-5 счет, один раунд всего лишь игрокам до победы. Неужели все же донат уйдет геймерам? В принципе, начали они так, в принципе, плохо, я скажу, геймеры. Но сейчас они разыграли, что ли, и начинают тащить потихоньку. Кровавый тут уже, наверное, расслабился и... Сейчас посмотрим, если они сейчас не втащат, то все ясно, понятно.